Как говорит моя инстасемья, что ты как героиня экшн-фильма, с которой постоянно что-то приключается. 4 года назад я жила в России и работала учителем. Как и все, мечтала побывать в Америке, и вот в определенный момент попадается возможность поехать по программе ОПР. Программа ОПР и мои 2,5 года жизни в американских семьях – это отдельная история. У меня есть на это снятые видео и посты в Инстаграме. Ну и, собственно, конечно же, настоящая американская жизнь, тусовки, путешествия. Со мной вечно приключаются какие-то невероятные истории. Не всегда в позитивном ключе, но я человек, который на все смотрит с позитивом. Об этом тоже говорят мои подписчики. Несмотря на все, прошло 4 года, я все еще в Америке, у меня действительно очень насыщенная жизнь. После программы я осталась здесь как студентка, сейчас я учу английский и создаю свои продукты. С английским у меня отдельная история, я с ним прошла 9 кругов ада. Хотите верьте, хотите нет, но 3 года я избегала всех американцев и не говорила на английский, при том, что учила его всю свою жизнь. До тех пор, пока я не встретила лучшего учителя на свете, американку Айлин, я пошла в самый свой большой страх и предложила ей сотрудничать. Я хотела, чтобы с ней познакомились все те, у кого такие же проблемы, как и у меня были с английским. Моя блогерская деятельность существует уже 4 года. Я помню, как я села в самолет и всем объявила. Ну все, друзья, теперь я блогер. Первое мое изобретение было это планеры, потому что я человек, который обожает планировать. Это тоже знают все мои подписчики. Также у нас был проект InstaSchool, где мы как раз-таки отучили наших студентов на то, как вести блог, как заработать.